Это именно то, что многие называют возвращением в ад. Американские силы подготовились к противостоянию СССР в демилитаризованной зоне. Ведь всего лишь несколько лет назад в этом же районе гремели бои, принесшие ужасающие для нас последствия. Помятуя о тогдашних ошибках, командование вооруженных сил США пустит в ход все рода войск, в том числе штурмовики, вертолеты и бронетехнику всех видов. Вернись в бой, солдат! Мы взяли их аванпост!